Всем привет! Приветствую на своем игровом канале. Игра Euro Truck Simulator 2, версия игры 1.47. Обзор модового грузовика Renault Magnum Integral. Легенда дальнобоя, как говорится. Вот наш грузовичок, ребята. Сегодня будет на обзоре. Такой вот грузовик, в принципе, интересно, красиво сделанный. Ну, давайте мы его сейчас посмотрим. По кабинам одна кабина стандарт, по шасси одно шасси 4 на 2, по двигателям двигатели а 390 лошадиных сил до 560. Так, давайте поставим 472. Так, три коробочки передач, 12 передач плюс ретардер, ИЗФ 16 передач плюс ротардер. Поставим 12 передач плюс ротардер. Салончик один. Вот такой вот, ребята, салон. В принципе, салон красиво так сделанный. Так, по покрасочкам. Скинчиков нет. Красочки ивонные все. На любой вкус и цвет, как говорится, по вашему усмотрению. Так, где же ионный цвет? Вот ионный цвет оставим. Так, по тюнингу. Так, теперь будем смотреть тюнинг. Спойлер. Так, с чем-то конфликтует. Маячки. Так, light bar. Поднакидаем фар ему. Так, поставим. Light barчик подставили. Так, козырек, два козырька. Поставим первый. Нет, второй. Так, переднее зеркало. Конфликтует. Значит, козырек первый поставим. Это флажки. Так. Ага. Хром, пластик. Поставим пластик. У нас шторочка видно передняя. Так, зеркала, пластик, хром. Давайте хромовый поставим. Так, стандартные таблички. Здесь все написать надо. Так, это в салоне. Надпись не будем ставить. Ага, вот. Еще надписи Magnum. Так, какой бы нам покрасивее выбрать. Мы поставим такой черненький. Это кенгурятник. Тир. Баки у нас. Флаги. Защита бампера. Так, это у нас фары. Пластик, краска. Поставим пластик. Так, передние брызговички. Колеса ионы оставляем. Красочка. Угу.
Тоже есть надпись Magnum. Так. Боковое зеркало, пластик. Так, ну вот так вот поднакидал маленько. Так, переходим в салон. Навигатор, табличка, один руль стандарт. Козырек поставили. Висячие предметы. На боковом стекле. Так. GPS можно. Конфликтует. Так, ладно. Куда-то сбился у меня. Так, ну вот такой вот, ребята, у нас Renault Magnum получился. Сейчас мы его будем покупать. Грузовики за руль. Так, ну вот, выехали из гаража, как говорится. Тут у нас Magnum. Даже тут есть еще одно зеркало сбоку. Так, заводим. Звуки нормально. Так. Видите, та работа, дальняя работа. Так, логично. Сигнал.
Сейчас загрузимся. Вот, ребята, был грузовичок у нас на обзоре. В принципе, грузовик прикольный, ручка хорошая, катать на него можно будет. Всем спасибо за просмотр, увидимся в дальнейших видео. Всем пока, пока, удачи.